24 октября 2023 года. Выпал первый снег. А я, всем привет, я вышел на пробежку. Побежали. На часах, значит, 3 километра. Вот сейчас должно отпикать 3. Вот. 3 километра отпикало. Ветер. Я не знаю, слышите вы его или нет. Узнаю, когда уже сам посмотрю видосик. А это Динамо. Вот. Лыжная база Динамо. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, тот, наверное, слышал это слово. Вот она, лыжная база Динамо. Значит, все лето я здесь не был. Вообще не был. Все лето я динамил Динамо все лето, короче. Вот, динамил Динамо. И тут сегодня я подумал, а почему бы и нет? И все. И прибежал сюда. Знаете почему? Потому что в городе как-то мокро. Ну, мокро. Очень мокро. Потому что бежишь, лужа на луже почти везде. А тут нет. Просто, ну, такое обледенение на полу. Вот. Одел кроссовки, которые не жалко намочить. И, кстати, не зря одел кроссовки, которые не жалко намочить. А, кстати, все равно лужа. А я надеялся, что их здесь не будет. Но их здесь все равно меньше. Вот, одел кроссовки, которые не жалко намочить. И не зря, потому что намочил. Вот. Ну, пробежал я тут кружочек. Да. О, запыхался даже немножко. Не знаю. В азарт ушел. Знаешь, когда в азарт войдешь, так бежишь. Короче, ты как красиво. Такое небо уже как будто зимнее. Такое темное. Поле. Бескрайнее поле. Снега. Совсем чуть-чуть немножко. Вот. Эта дорожка, это лыжня. Но сейчас она не лыжня. А зимой она... Зимой она лыжня. А, вот, значит, пробежал, короче, вот тут круг, вот туда. Туда бежал, сюда. Вот, короче, вдоль леса. И вернулся сюда же. Вот. В эту вот точку. В эту точку я вернулся. А, что хочу сказать-то? А, да, бежим. Сейчас расскажу. В общем, непривычно бегать по снегу. Вообще отвык, короче, отвык. Все проскальзывает, все скользит. Это каждую осень одно и то же. Каждую осень. Начинаешь бежать, неудобно, скользит, скорости нет. Вообще зимой, блин, медленнее бегаешь, да? У вас так же, нет, ребят? Пишите в комментариях, у вас так же, что вы зимой на улице бегаете медленнее, чем летом? Или у кого-то вот одинаково. Завидую тем, у кого одинаково. У меня вот нет. У меня, ну, зимой скорость медленнее. Я думаю, что это из-за одежды. Что это из-за того, что скользит все. Зато, знаете, вот что хорошо. Когда после зимы, весной, короче, весной выходишь на пробежку, снимаешь, и бежишь, и так легко, короче, без вот этой вот всей, короче, одежды зимней, вообще легко, и сразу и скорость появляется, и силы появляются,
И вот, поэтому зимой нужно тренить на улице. Вот какой вывод. Гениально, да? Гениально. Вот какой вывод. Зимой нужно тренить на улицах. На улицах. Чтобы весной раздеться и бежалось легче и быстрее. Такая вот мысля. Мысль. Так, на часиках, короче, 7 километров. Ух, хорошо, свежо. Я еще же это... Ну ладно, потом расскажу, что я это... Потом. А вы пока напишите в комментариях, что у вас, как там с погодой. Пришла ли зима, выпал ли снег? А? Как там у вас? В каких городах есть снег, в каких нет? О, первый бегун. О, смотри, бегун бежит. Видишь, нет? О, бежит. Бежит, это хорошо. В очередной раз убеждаюсь, что даже если не хочется идти на пробежку, то все равно надо выходить, потому что, блин, ни разу такого не было, чтоб я пожалел о том, что вышел побегать. Вот. Сегодня тоже вообще не хотел бегать. Вообще абсолютно не хотел. Но вот я здесь. И вот я здесь. Да. И мне, знаешь, и мне кайфово. И мне все нравится. На самом деле, клёво. Поэтому... Да? Что поэтому? Поэтому надо бегать. Если хочешь бегать, надо бегать. Если... О, мостик. Если не хочешь бегать, тоже надо бегать. Да. Да. Занимайтесь спортом. Бегайте. Да? Бегайте. И все будет хорошо, на самом деле, да. Так оно и есть. Все. Я завершаю пробежку. 14 километров. Ладно, короче, 14 километров. 810 метров. Да. 14 километров, 810 метров часы показали. Все, я вышел на остановку. Вышел в город, вышел к людям. И с этой остановки я поеду домой. Всем спасибо за внимание. Лайки, комментарии. Пока.